Доброго времени суток, дорогие. Хочу вам сегодня рассказать, как мы готовили пастелес. Его готовят мексиканцы и пуэрториканцы. Для этого берутся такие продукты. Зеленый платанос. Платанос похож на банан, но он совсем не такой же по вкусу. Юка. Это растение, которое тоже растет в земле. Тыква 400 грамм, картофель большой один мы взяли, и малага, тоже какой-то овощ. Это все натирается на терку буряковую, а потом мы блендером это все перебили, будем так говорить. Ну что еще? Значит, мы в данный момент нарезали куриное мяско маленькими кусочками, замариновали его и потом его притушили на сковородке. Еще для вкуса берутся семечки ачиоте. Это они такие красные и варятся в масле. И потом вот это масло приобретает красный цвет и необыкновенный привкус. А для чего? Покупаются специально банановые замороженные листья, которые смазываются. Вот. И вот эта вся начинка, которую я вам рассказала, все вместо оно смешивается, заворачивается в банановые листья, а потом специальная бумага пергаментная, которая тоже заворачивается как конвертик, и обязательно ее надо перевязать специальной ниточкой. Вот, мы наделали очень много, их можно замораживать. В данный момент мы поставили кастрюльку и будем варить где-то около 30 минут, потому что там все продукты, естественно, сырые. Вы знаете, мне очень понравилось, я вам скажу. Вот, видите, мы намазываем вот этим вот красным веществом, семечками. Вот. Ну, если у кого-то есть такие продукты, то, пожалуйста, готовьте. Желаем вам приятного аппетита, всего доброго. Пока.